Всем привет, дорогие мои. Мы пропали, мы болели. Дымышка наш. Дымышка болела сильно. Воспаление было настоящее. Температура 39. Бессонные ночи наши. Вот сегодня только первый день, 7-й день. После болезни. 7-й день болезни. Ну, 2 дня уже нормально себя чувствует. Ушко закрыли. Купались все вместе, потому что море какое-то неспокойное было. Может, сейчас оно успокоится. Я решила вывести девчонок, потому что энергию тратить негде. Все с ума сходят в квартире. И я тоже схожу с ума по-своему. Какая-то вот у меня болезнь вот этой чистоты. Фобия какая-то меня не покидает. Я целый день с шваброй, с веником, на кухне готовлю. В общем, какое-то такое состояние. Ну и, естественно, работаю. Очень много работы по бизнесу. Я практически неделю не выходила из дома. Когда ими заболел, все. Пашка ему мне очень помогает с детьми, берет их. Вчера во двор взял. Они игрались, пока я работала. Вот. Вот такие новости. Собачка вон так купается. Классно. Надеюсь, они нагуляются и будут спокойными. Мои лапули. Как вы там дала? Море. Добрый день. Сегодня мы делаем распаковку. Что мы купили вместе с бабулей. Это подожди, вытаскивайся. Ну ладно, потом покажу. Это для Кати. Сейчас посмотрим, на сколько. Бабуля, а на сколько стоит? Не знаю, все вместе 450 рублей. Вместе, все вместе. Вот это вот для нашей Кати бабули. Вот еще. Вот так надеваешь? Да. И дать тебе все делаешь. Вот такая. Когда это все берешь, как говорит, надо все на место ложить. А мы вот так сложим и положим вот так вот. Это для ванны. Бабуль, раскрыть, показать. О! Вот это. Ну, раскрой, тоже надо покупать. Дин-дин-дин-дин-дин. Очень хорошее сказали. Это для чего? Это для купания. И мы пойдем мусор выбрать. А что с ним нужно делать? А? Вот такая же есть штуковина. Угу. Вот так держишь. Смотрите, недвижимо. Покажи. Вот так. Надо ноги мыть вот так. Этим моют ноги, сказали. Сказала бабуля. Сказала бабуля. Бабуля, а почему здесь порвано? А, бабуля, смотри. Порвано здесь. Смотрите, порвано. Здесь, смотри. Это не порвано, это так дырка снизу. А, была такая. Потом. Это мы здесь купили. Вот такие конфеты. И мы это тоже выбросили. Вот такие конфеты. Это. Вот такие конфеты. Вот здесь одинаковая. И что Том? Том на... Ложим вот. Вот такая губка. Спанч Боб. Губка Боб. С ней надо поосторожнее быть сейчас. Очень осторожно. Вот такая вот.
тарелка. Внутри вот так выглядит. А это, ну так. Ну, сейчас очень аккуратно, потому что мы... А, из нас кто-то упал. Слава Богу. Вот так вот. Вот сюда. Бабуля, что здесь карандаш делает? Это бабуля. Юнтиля, мы вот такой вот купили. Что это? Еще один хлебушек купили, который я буду делать это вам тостер. Это. Я буду вам тостер делать, сырочек такой. Ой, неправильно показываю. Вот так вот. Он даже стоит вот так, не надо даже вот так показывать. Просто вот так надо положить и все. Вот шапку Маре купили. И мы не купили. Вот так вот. Еще очки мы, кстати, купили. Это для меня, я покажу. Я знаю, покажи, покажи. Посмотрите, какие очки мне купили. Да. Вот. Это мы сюда положим. Вот такие очки мне купили. Да, вот такие мне очки купили. Сейчас, минутку, приду. О, ой, спасибо. Потом продолжаем. Вот такое для наших стульев. О, а Дэмя это сказал подушки. Это не подушки. Дэмя сказал. Я сказал, это стулья. О, да. О, нет. О, да. Окси. Смотрите, сейчас минуту это бабульки. Бабуля! На кухне на полу было чисто. Это не мыло, это что-то. Для кукурузы, мам, это майонез. Крахмал для кукурузы. Ой, простите. Сейчас достанем мы. Мука. Мука. Ты мне одному отдайте. Тостер, который я должна детям сделать. Из тостера это что-то блокать. Очень вкусное я умею. Ну, для это них... для. Нет. Это бабуля купила фломастер. Для нее это? Да, чтобы прицел. Ой, мне как пахнет. Это маркер. Магазином пахнет вообще. Да, вот такой запах. Это люткай печенье. Это не люткай. Это юркер. Так. Куда я успела? Ладно. Сюда положим несколько вещей. Вот это рай. Да, это для бабули, чтобы она рисовала каляки, маляки, как я называю. Вот. Минуточку приду. Да. Да, у нас второй пакетчик, который мы вот эти вот купили. Вот смотрите. Вот эти печеньки. С... хлеб, мука, муку, крахмал, или да, крахмал для кукурузная крахмал, конфетки. Купили мы, знаете где? В Юзбире. Там вот здесь вот не поместилось, но мы в большом пакете поместили, да. Второе у нас идет маленькие пельмешки. Пельмешки. Да. Это не дендурма. Вот. А что это? Мазони. Вот. Мазони. Вот такие, да. Это для бабули йогурт. Это юзбери мы все купили. Масличка.
Ланде. Ой. Да блин, у меня какая-то аллергия, что у меня чешется. Напишите, если вы знаете, напишите в комментариях, что это может быть. Бабуля ничего не знает. Ладно. То есть бабуля все знает, но кроме этого аллергия. Думаю, это отнеси, это пакет. На. И вот такое мясо, чикен. Мусор? Это мы сейчас должны пожарить, чтобы он хрустел. Нет, не мусор, там это, не сумка такая. Сумка такая. Вот, мы увидели видео. И там это. Вот. Всем пока! Вот наша рыбочка. Наша любимая рыба. Сегодня на ужин у нас рыбка жареная в духовке. Да. Я просто обожаю рыбу. Еще мои внуки не кушали рыбку, поэтому бабуля решила их со Шкимом порадовать. Вот такая рыбочка. Сейчас мы ее поставим в духовочку. Нашу любимую духовку. И будем ждать. Когда все приготовится. Это чупра и сом турецкий. Сом. Так что вот, а ну, Мария, открываем нашу грязную духовочку. Бабуля пока не почистила. Потом буду после рыбы мыть. Завтра. Сегодня. Маме, как пахнет уже рыбой. Мама. Смотрите, какая красотища. Когда будет все? 200 градусов поставила на час, наверное, да? Ну, все выключаю, а то стыдно грязная духовка. Всем пока. Ты наш ужин готов. Вот так оно выглядит. Сейчас, подожди, внучечка, подожди. Салатик делает бабуля сейчас. Я сделала салатик. Сейчас покажем, что какая красота у нас получилась. Подожди, бабуля сама вытащит. Ходи. Ой, красотища-то какая-то. Ой. Во имя даже я захотела. Как это можно? Вот сейчас я голодная какая стала. Собака, да? Да. А вот салат. Да. А знаете что? Мы только что рисовали нейрографику. Потом покажем. И у меня, да, и у меня очень голова заболела из-за нейрографики. Рефлексия появилась. Да, рефлексия. Сейчас зрители знают, куда она свою внучку вовлекла, втянула. Я сама втянулась. Я сама втянулась. Ну все, будем кушать сейчас. Давай, Ашкем. Убийцы цунами появляются из-за океана, потому что когда землетрясение, там вода немножко поднимается, а потом очень огромная волна идет. И я вам говорю, когда море пропадает, туда уходит внутри. Не собирайте ракушки. Лучше бегите, переодевайтесь и бегите куда-нибудь далеко от цунами, а на крышу бегите. Потому что может начаться очень, очень большой цунами. И чем дальше идет море, чем больше идет цунами. Важная информация. Да. От специалиста. Профессора Хачикяна. Из берега в океан идет вот так вода. Вода в океане поднимается. А потом идет большой цунами. И потом большие волны цунами поднимают больше и больше. А потом появляются цунами-убийцы. И цунами-убийцы это такое, что все корабли перевернут. Например, один корабль переверни, и его 10 лет искали. Три корабля. Три больших самолета, и которые внутри идет в воду, забыла. Чокакалы, очень умная девочка. Это где ты такую информацию взяла важную? Важную информацию где вы взяли, Мариами? Я хотела ролики взять, бабуля. Кстати, а мы же можем ролики взять, бабуля. Ну вот. Можем взять? Что взять? Мы на бульвар идем, ролики. Посмотрим, да? Какие ролики? Ты чего? Ролики ночью. Все, пошли мы гулять. Продолжение следует. Мария Анделаде. Да, Мария Анделаде. Вот чем мы дышим, это называется О2, А4, Б3. И так дальше продолжается цифрами.
Химия это? Да, химия. Дэми, встань на дорогу. Ну, такие люди, так люди как могли это сделать? Камни положили, это все. Это не надо было делать, так нельзя. Потому что под низом этих камней есть очень много трав. Вначале эту травку убирают, а потом ложат камни. Вот эти, которые мы ходим на нем. И дороги. Если была планета без людей, то когда все растет... Что-то у Мари сегодня мы вышли погулять, а у нее это прет ее энергия и знания. Я не знаю, что делать. Если мы идем, без... она говорит. Если без людей была эта планета, вот эти камни вообще не были, ни одной капельки. Это она рисовала нейрографику с бабулей, и у нее прогресс что-то прорвало. Да. Камни вот этих не были, дорог не были, машин не было, ничего не было. Ну, да и ты домов что? Ничего. Да ты что? Все поросло и все, и засыхало. Ага. И засыхало. Да ты дальше что? Дальше продолжаем. Продолжение потом, когда дорогу перейдем. Вы на канале Светлана Ада. И сегодня я буду вам рассказывать о природе. Как на самом деле появилась эта планета? Эта планета начали... Этот ребенок знает, как появилась планета. Да, в космосе появился какой-то камень большой. А потом... А там есть камень. А потом там появились люди. Пошли, пауза, Ашким ждет нас. Продолжение следует. Выступает Мари Энделадзе. Потом появилась наша планета. Он был, бабуля, делать фотошоп, вот так он выглядит. Как? Ну, как солнце, ну, там камень, он же был камень, а внутри как будто был фонарик, и он светил красным светом. Потом там были люди, первые люди были Адам и Ева. А потом... Вы думаете, что это обман, что драконы, что то есть, динозавры бывали, Прямо. Чтобы динозавры были. Оказывается, раньше были динозавры. Но когда Адам и Ева решили пойти в космос, они прилетели в космос, и ракета лопнула. А потом не лопнула, а взорвалась ракета. А потом все динозавры умерли, и не было ни одного динозавра, а потом мы появились, и так дальше происходит. Появляются люди и люди. Спасибо большое за информацию. Нет, еще хочу. Потом, в следующем разе. Сегодня я буду вам рассказывать все про это, природу, да. Например, да, я вам уже одно рассказывала. И мы сказали, что в следующем видео я буду рассказывать об другом. Если бы не были люди на этом планете, я сказала. И, кстати, вы на канале Светлана Ада. Подписывайтесь, если вам нравится бабулины видео. И сделайте ей подарок, наберите 150 лайков. Да, не тысячу, не миллион, ничего. Мне просто надо бабуле сделать подарок. Она давно мечтала 150 лайков. Да, 150. Только 150 и все. Для вас не просто. То есть для вас легко, а для нас приятно. Продолжаем дальше. На эту красивую луну. Просто такая красотища. Мы продолжаем рассказывать. Да. Вам часто дается вопрос, откуда появляется песок. Ну, вы же сами видите. Вот.